Всем привет, ребята! Сегодня 17 января 2016 года, воскресенье. Я весь день спал, так как пришел утром домой, часиков в 10, наверное, мы классно отдохнули с ребятками. Вчера ночью у нас все как полагается было. Препати, пати, автопати. Все было круто. Препати у нас было на хате у пацанчика. Мы там выпили конину, покурили кальян, потом поехали на пати. В роли пати у нас выступал бар Папас. Там потусили. После пати мы поехали на автопати. Это было кафе Бали, покурили кальян. Ну а потом поехали дальше. В общем, дома я оказался утром, часиков в 10. В 11 только спать лег, проспал весь день. Ой, все мои планы нарушены, хотел видосов кучу смонтировать, рекламодатели ждут, когда же выйдет их реклама, она все не выходит и не выходит. Да, кстати, по рекламодателям, ребята, подписывайтесь на канал Тамбовский колхозник, автор Юрий Мешков, на канале выходят влоги разнообразные о жизни Юрия, очень интересно, познавательно и увлекательно. Ссылочка в описании на канал Тамбовский колхозник, проходите. Смотрите, подписывайтесь, он ждет вас. И уже, знаете, ближе к вечеру, думаю, надо же о чем-то поведать своим зрителям, да. Решил зайти в YouTube, посмотреть ленту обновлений. Что привлекло сразу же мой взгляд, это интервью Димы Америка ТВ, которое брал у него Ильдар Бродвей. Был удивлен этому видео. Так как у Димы Америка ТВ там около 100 тысяч подписчиков, у Ильдара Бродвея там 700, либо 800 тысяч подписчиков. Ну, рад тому, что Ильдар пошел навстречу к Димону Америки ТВ, они сняли совместное видео, такое интервью. Интервью живое, интересное, с удовольствием послушал, я и Ильдара смотрю, и Димона смотрю, редко, правда, но сам факт. Обе эти личности мне нравятся, симпатизируют. Ссылочка на видос в описании. Пройдите, посмотрите. Достойное интервью. Следующий видос, это был видос не магии, о том, что Лист ТВ ломает руки. Ну, видос, скажу прямо, такой, на троечку, с минусом. Мы все ждем комментарии не магии по поводу того, что Симонов вызвал на бой этих товарищей. Как говорит Сергей Симонов, Мишаня, один из немагов, согласился на бой, но без съемки. Типа, выйдем, ты мне морду набьешь, и все, съемки никакой не будет. Симонов же настаивает на съемке. Непонятно, чем эта история закончится. Но, в любом случае, все зрители, как не магии, так и Симонова, так и просто проходящие зрители, ждут комментарии не магии по этому поводу. А его все нету и нету. Это жаль. Ну, ссылка на этот видос, не магии, про Лист ТВ, как они руки ломают, тоже будет в описании. Пройдите, посмотрите, вдруг кого заинтересует. Потом, неожиданно для себя, тоже в ленте обновлений, следом за Немагией, я увидел видос Сергея Флетчера из Хабаровска. Салам тебе, Серега. Неудачная охота, дневник день за днем, курицы ВКонтакте. Опа, думаю, пошла движуха. Я недавно делал видос, несколько дней назад, я рассказывал о таких группах ВКонтакте, как курицы ВКонтакте, где раскрывают сущность некоторых девиц, чем они занимались в прошлом, либо чем они занимаются в нынешнем, да? Как они изменяют, либо изменяли своим мужьям, парням, либо какая у них насыщенная жизнь была в прошлом. Так вот, Сергей подхватил эту идею, нашел таки группу курицы Хабаровска. Молодец, я рад, что кому-то смог помочь. Моя информация оказалась полезным. Серега, красава. Сергей там, он рассказывал о том, как у него была неудачная охота, и как он ездил, смотрел в центре Хабаровска скульптуры ледяные, и одновременно курил кальян. Знаете, напомнило мне себя, где-то примерно полугодовалой давности, когда я курил кальян в теремке, и напомнило себя, наверное, трехлетней давности, где я пытался каждое свое событие голосом рассказать. И такой небольшой совет тебе, Серега, да, лично к тебе обращаюсь. Сейчас я прохавал новую фишку, это ускорять все моменты, когда я молчу. То есть, вот ты, например, курил кальян, да, и когда затягиваешься, вот эти моменты можно было бы на 4-6 раз ускорить. То есть, быстренько вдохнул-выдохнул. Зрителям мне так скучно, ты же можешь не спешить курить. Видос будет более живой.
подробностях, прям в конкретных подробностях, сколько фазанов, куда вы ездили. Я думаю, ну, лично для себя тебе, конечно, было бы интересно это посмотреть, но для твоего зрителя, да, который не живет в Хабаровске, коим я являюсь, да, я очень далек от Хабаровска, поэтому такие прям очень точные нюансы можно было бы опустить. Ну, а в целом, неплохо, продолжай, развивайся, у тебя канал уверенно набирает обороты, так что, ребята, проходите по ссылочке в описании тоже на канал Сергея Флетчера, он из Хабаровска, прикольный мужик, мы с ним списываемся ВКонтакте, бывает, частенько делали друг на друга обзорчики. Правда, блин, обзор на его канал так еще и не вышел на моем канале, я делал в декабре, но так и не дошел еще. От Сергея Флетчера я узнал, что еще есть один блогер в Хабаровске, Саша Терехина. Серега, спасибо тебе, что подсказал о Саше. Перешел по ссылке, которую он разместил у себя в видосе, в описании. Посмотрел одно видео, последнее, там, ну что, поговорим, называется вроде как. И вы знаете, да, Саша молодец. У нее всего около 600 подписчиков, мало. Я хочу тоже внести небольшой вклад. Вставлю ссылочку Саши в описании канала. Пройдите, посмотрите. Достойно снимает. Хороший музыкальный вкус. Чувствует ритм, динамику. Вот, допустим, тот же самый последний ее влог. Там примерно минуту первое видео. Все идет в ускоренном ритме под хорошую песенку. Мне понравилось. Мне понравилось. С удовольствием буду наблюдать, следить за Сашей в будущем. Вот. Это основные события, которыми я хочу поделиться сегодня с вами. Сегодня такое домашнее видео за кружечкой чая в расслабленном ритме. Завтра на работу. Ура, на работу. Хорошо, когда у тебя работа любимая, да? Ты с удовольствием идешь на работу и с удовольствием идешь домой с работы. Вот, не буду больше тянуть ваше время, а то напишите там, 9 минут потерянного времени в жизни. Нет, ребят, это не так. Всему свое время. Любви вам, счастья, удачи, позитивного настроения. Отдыхайте хорошо, активно. И также отдыхайте хорошо, пассивно. У меня вчера ночью был активный отдых. Сегодня весь день у меня пассивный отдых, отлеживание. До скорых встреч.